Здорово, дорогие друзья! Спонсором сегодняшнего выпуска выступила Марина из Северо-Восточного административного округа. Что-то я, говорит, давно не была в помпончике, кафешке. Заехай, Алексей, может, там что-то, какие-то новиночки представлены, отдекларируй, пожалуйста. Недолго думая, я сел за руль своего моднейшего автомобиля, отъехал всего лишь, ну, где-то плюс-минус 70-75 километров по Горьковскому шоссе, и вот он, красавчик! Помпончик, дорогие друзья. О, смотрите, сколько салфеточек. Это радует. Меня радует, когда есть что выпить. Меня радует, когда есть с кем выпить. Меня радуют всякие разные запахи. А тот, кого это не радует, иди лесом. Итак, дорогие друзья, новинка от Помпончик. Чебурек южный. Это свинина. 79 рублевник. Чебурек с картофелем, постное меню, 59 рублей. Ну, чебурек с картофелем, по-моему, это не новинка. Но вот южный, это новинка, написано. Вкус сезона, ёпты. Ну и взял липтон лимонный. 95 рублей. У меня у самого сердце ёк. Ну, где я буду бегать подешевше-то искать? Больше бензина прокатаешь. Ну, давай, говорю. 95 рублей, 0,5 бутылочка. Сразу в минус пошло. Чебурек дешевле с мясом. Так, большое количество салфеточек, это радует, конечно. Так, сейчас мы сначала смочим по рецепторам, чтобы прочистить все, так сказать. Свободное пространство сделаем рецепторное. От разных всяких с утра вложенных бутербродов. И вот они пошли, наши чебуречки. Ну, упакованы на высшем уровне, конечно, дорогие друзья, очень приятно. Кстати, дырка. Офигеть. Там же чебуречный бульон. Сейчас мог бы мне и на штанишки-то намодны бы слиться. Так, вот так вот тогда мы его перевернем, чтобы вытека не произошло. Ох, и тут опять салфеточки. Вы посмотрите, друзья, японский рот. Вот это да, вот нежадная контора. Так, написано, прям написано. Видите, ручечкой, правда, но написано. Свинина, а тут картошечка. Так, начнем. Сначала со свинины. Вот так. О боже, какая свинина, я хочу от тебя сына. Пел один певец, Натали называется. Короче, друзья, уж не могу, прям запах какой, а. Если вы кушаете, приятного аппетита. Вот так я его вот скомкую. Кстати, у меня был на прошлом канале обзор на чебурек, и мне сказали: ты что, сука, бульон вылил? Его надо пить, бульон чебуречный, а ты его выливаешь, дятел. Ведь вся суть чебуречная – это в бульоне. Понял, дорогие друзья? Все понял, записал даже на корочку. Ладно, приятного аппетита. Чебурек со свининой южной, новинка от Помпончик. Вперед, поехали. Бульон пошел по первой вкладке сразу. Какой горячий, а? Опять звонят. Ну, было разок ночью дело, чего ж теперь названивать? Я сказал, что нет любви, нет в жизни счастья. Не знаю, как в других помпончиках, дорогие друзья, но вот где я затарился на Горьковском шоссе, да, готовят руки женские только. Стоят там везде видеокамеры, и одна видеокамера прям смотрит, ну, вот на стол, да, и видно, как производится вылет, мясная закладка. Вот, это очень приятно. То есть там полностью весь процесс делается в этой кафешке. То есть не откуда-то привозные, да, просто разогреть. А именно там вот они их делают, лепят, вот жарят. Это приятно. Кассир Кукушкина Марина продала мне отличный пятибалльный чебурек. Мне он понравился. Хорошее мясо, хорошее количество. Лучок там тоже в нем представлен. Это тоже очень приятно. Единственное то, что цена, да, 80 рублей почти за этот чебурек. Но для помпончика это нормально.
декларировал и еще раз докладываю то, что кафешка не дешевая, дорогие друзья. Если захотите заехать в помпончик, готовьтесь к тому, что, ну, там, пончик взять, да, пончики там отличные, чебуречек там взять, попить, это 350 минимум вы оставите. Готовьтесь, дорогие друзья, к этому. Вот. По вкусовой я ставлю чистую пятерочку. Очень вкусный, хороший, хорошее количество мяса, хорошо сделана говядина с лучком, со специями, которые не навязчивые, не перенасыщены, но он специями. Это приятно. Ну и следующий обсервационный у нас — это чебурек с картошкой. С дыркой ядреной. Ну, прожег, видать, вот эти горячие, с пылу, с жару прям, ну, что странно. Также я его складываю, скомкую и, опять же, приятного аппетита, друзья. Приятненьким бонусом мы наблюдаем в картошке укроп. Не засушенный, ну вот как бывает специи, укроп, да? А именно видно, что свеженький укроп. Укроп даже в перемешечку с петрушечкой. Ну хорошо, зелень — это хорошо. Бывает, что с картошкой просто добавят одну картошку вареную, да, и ешь, и думаешь, ну что за хрень? Тут же нет, смотрите, изюминка присутствует, это приятно. Чебуреком конец. А кто кушал, молодец. Помню, мы с дядей Мишей заезжали как-то в помпончик по пути на дачу. Ему, кстати, не зашло. Ему не зашло. Ну, сколько людей, столько вкусов, да? Мне лично понравилось. Мариночке я бы, конечно, рекомендовал заехать, попробовать новинку. Хороший чебуречек такой, а-ля там 80-е, да, советские года, что-то напоминает. Вот по той же технологии все сделано, и пончики у них вкусные. Конечно, надо было мне, может, я то ли поскупился, то ли подумал, что перенасыщение будет. Надо было мне еще сверху пончик у них взять на десерт, да, сладенький. Вот его бы сейчас бы как раз бы было бы вообще супер. Ну и тоже без него я наелся два чебурека, вполне питательно, покушал основательно, с Липтоном хорошо сочетается. Короче, я рекомендую, с картошкой тоже очень хороший чебурек, очень мне понравился. Корочка хрустит отменно, очень здорово, приятно. Картошка вкусно сделана, с зеленью. Короче, я бы рекомендовал. Единственный минус, опять же, цена. Каждый раз я делаю на помпончике обзоры, но это на старом канале, и каждый раз я минусую цену. Но не могу я привыкнуть к чебуреку в районе 100 рублей стоящему. Это дороговато, конечно, но, зараза, вкусно. Короче, решайте сами, смотрите сами. По вкусовой 5-балочка, по ценовой это 3-ка. Подписывайтесь на наш канал, устанавливайте лайчонка. Еще раз я отблагодарю спонсора нашего сегодняшнего ролика — Марину из Северо-Восточного административного округа. Инстаграм есть, не у нее, но у нее, наверное, тоже есть. Но и у нас есть инстаграм, ссылка на него в описании к этому ролику. Увидимся, пока!